очень большой объем предстоит по благоустройству объекта, то есть устройство зеленых зон, газонов, устройство на всем протяжении от северо-восточной до Кирова устраиваются велосипедные дорожки, на всем протяжении тротуары обновляются, покрытие тротуаров обновляется, делается благоустройство трех скверов, один из них тот, в котором мы сейчас находимся, так называемая зеленая зона, около загородного парка, вот напротив гостиниц. Здесь мы сейчас видим уже устроены дорожки для пешеходов и устроена дорожка, на которой мы стоим, серая. Это будет велосипедная дорожка, они разделены вот этой белой линией, которая будет как раз и разделять потоки пешеходные, потоки велосипедные. Также будет произведена работа по замене грунтест, будет производиться засев газонов с тем, чтобы все это было свежим, однородным и аккуратным.